Приветствую зрителей канала Игрофильмы, всех любителей мордобоев и компьютерных игр, точнее видеоигр. С вами Rush Nalizuk, Алексей Леонид Окей, и мы продолжаем онлайн-мясо по игре Street Fighter Cross Tekken. Итак, послушайте приветствие от участников мяса. Привет, зрители канала. С вами Алексей, и мы начинаем онлайн-мясо по игре Street Fighter X Tekken. Я тоже хочу быть таким, как ты. Ну чё ты, кого будешь брать-то? А я сейчас тех же возьму. Раз они прокатывают, почему бы и нет. Давай. Ура, я карту выбираю. Давай, тренировочная станция. О. Да. Алексей, а ты у нас милашка? Я милашка, да. Ты посмотри на эту розоволосую красавицу. Ага. А я же тоже. Это единственный милашка взял. Да. Это же единственный персонаж, который я могу играть за Street Fighter, вот она. Она, у нее более такие близкие удары, приемы, то есть не на расстоянии всякие там хаурюкины, чмурюкины. Ками, джунбива и? Мочирон да. Опа, откуда ты прибежал? Стринга. Как же так-то, я же ударил. Так, он не нравится. О! Как этот удар получился? О! По жопе. Какая-то это, извращенка, да? Да. Блин, да ну сделай ты правильный удар! А мои сели, смотри. Попался. Куда это я нарвался? Опять по жопе. Плохая девочка. Не, я с тобой не играю, ты извращенец. Есть такое. Эй, ну дих! А как он франга идет? Это не оно. Ух ты! Ух ты! Отфиком. У меня по-любому это на ноге где-то стоит. Во! Давай, пиздец! Ай, чё, помогу. Джунгли, давай! Ты можешь! Ладно, где мои доченька? Давай, блядь! Кстати, игра как-то неуважительно относится к игроку. Так, теперь мы знаем, кто из нас круче и прекраснее. Ага. Извращенка с палкой. Прости, но мне придется пропустить лекцию. Дела, знаешь ли. Это о чем он, я вообще не понял. Лекция?
хотел сказать то, что игра неуважительно относится к игроку, потому что она обращается к игроку на ты. Обратил внимание? Там ну, противник написано, такое. А с твоей жизни написано ты, а не вы. Это наши переводчики так решили, наверное, сделать. Наши локализаторы вообще не уважают нас. Причем, как бы, тут может быть, что играть два персонажа, да? Должны по-любому на вы обращаться, потому что, как бы, может быть, вас двое, а не ты один. Ну ладно, что сделано, то сделано. Он каждому игроку. А может, когда ты второй джойстик берешь и включаешь его, и там сразу вы будет? Не знаю, навряд ли, потому что в английском языке нет такого понятия ты, вы, там только вы всегда. Ну, кстати, да. Что там блин, так долго? Блин, хочу эти дополнить. А, кошаки. Сейчас тебя будут унижать. Кура и Торо. У нас тут еще где мы не играли. Вот это неплохая. Так, посмотрим, как у нас Леонид владеет кошаками. Кошаки очень такие необычные. Они очень короткие руки и ноги. Не люблю маленьких персонажей, которые миниатюрные. Меня не бесит в файтингах особенно. Даже непонятно, как это на самом деле сделано, то есть у него длина удара такая же, как у всех, или она на самом деле короче. Это раб, это ее раб, да? А вот, кстати, они вместе, видишь? Нет, здоровяк это не ее раб. Они... А фиг не помню. Они, как я понял, рестлеры тоже. Где-то по сюжету, они как рестлеры. Да. Вот я не знаю, его нижним ударом бить, верхним ударом бить. Прессуешь. Бей нижним. Смотри, он тебя делает. Нижним. Этот да кошак. Я вижу, что там у меня здесь крылья. О, по яйцам зафига. А крылья по яйцам, просто кидает его. Это же смертельный удар. Не, ну он явно раб, смотри, у него даже цепь висит на поясе. Ну это цепь, кто там ты? Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Тогда его надо убить. Молодец, белый кошак. Сблокировал атаку. Че, где мой здоровяк? Он хорошо стенает. Мочи здоровяка, он тебя вообще попасть не может. У него слишком высоко, конечно, все расположено. Зато если попадет, то... Это знаешь, что напоминает? Это игра God of War. Там всегда боссы гигантские, а Кратос такой маленький, он убивает. Знаете, ботинком по щам просто. А, ты выиграл? У меня, кстати... Да, у меня, кстати, ботинок больше, чем они. Я думал, он по ботинку тебе дал, и ты проиграл. Да ну они какие-то не крутые вообще. Ну крутые так вали. Я пытаюсь. Они не просто выглядят как бы. Не знаю. Все урифинки кидает. А я, кстати, знаете, они слабенькие. Я им больше урона сношу, чем они мне. Что-то же в них должно быть какой-то плюс, или это чисто ради прикола сделано? Потому что они маленькие. Ну что, попасть в них тяжело, что ли? Фиг узнает, верхние атаки тоже проходят. Ой, чё это я? Вовремя свалил, гаденыш. Знаете, опять ботинком. Ха-ха-ха.
誰もかなえしねえ。Ты слишком силен для кота. Думаю, меня это злит. Ой, а там я выключу машину. Так, ну что, моя очередь. Погнали. В этой серии я буду уничтожать вас. Так, ладно, я возьму своих стандартных любимцев. Давай. Любимцев против любимцев. Хорошо, пацан. А почему кошатник и нарисован заяц? Это не знаю, там бы собачник тоже заяц нарисован. Да, я видел. Могли бы нарисовать кошек, собак, не знаю. Да, странно, что там в оригинале был. Может, там что-то вообще было связано с зайцами. Ну да, как может, там что-то другое совершенно было. Почему он с ним здоровый, ты говорит, перед пойдем, если она у него на плече уже, наверное, давно сидит. Содана. Варина. Оретачига кацзе. Че, крутой, да? Крутой? Очень крутой. Смотри, сейчас под автобус не попади. Думаю, что ты взял читерного персонажа, значит, все? Крутой? Ух ты. Оу. В этой игре самое главное учиться делать хадукина, шарюкин. Так, шарюкин надо делать, когда я вот себе чувак прыгает, вот так вот, да. Ну все, ты, блин, разозлил. Зря ты пришел сюда, здоровья. Ты его недооцениваешь просто. Гад, отлично, да? Как тебе такое комбо? На одну кнопку? Мы знаем твои секреты. Комбо на одну кнопку. Как ты такое это? Ну, второй раунд тебе не повезет, я тебе обещаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вытирай свои сопли, да, маленькая девочка. Да блин, почему ты так... Почему я? Почему ты вот на себя попадаешь, а не я? Потому что у меня нога мощнее. Вот видим, вот как ножницы бумага есть, то есть, смотри, какой удар ты в воздухе нанес. Ну там какой-то бумеранг, посильнее будет. Остынь, здоровячок!
чё, девки пойдёшь жаловаться? Иди жалуйся, жалуйся, чтобы она тебя спасла! Блин, да что они делают? Я же обещал! Ну тебе повезло, повезло, просто, просто видение. Смотри, он разозлился. Нельзя бесить каких-то здоровяков, они просто звери. Что-то сбегает от меня. Оу. Оу. Подходи. Это все, что способно. Извращенка. Хватит убегать. Из-под тяжка бьет главный. А как я еще должен? Давай драться нормально, только убегай главный. Так, это такая стратегия. Я стратегия такая. Блин, промазал. Лошара. Вон с ринга. Везучий засранец. Это техника, тренировки, какое-то везение. Кнут не такое уж плохое оружие, но чем больше ты им размахиваешь, тем уязвимее становишься. Вот прислушайся. Если хочешь иметь больше денег, сначала нужно учиться их экономить. Это причем я вообще не понял. Какие-то экономические советы нам дают. Poison, судя по этому, по истории, по Аркадии я прошел, она помешана на деньгах, на популярности и так далее. Понятно. Мне, кстати, еще трофей дали, путь воина называется. А у меня вроде он есть. Блин, когда что успел-то? А когда тебя подбасил? Там вроде надо выиграть 5 раз подряд или 10. Не подряд, но сейчас гляну. Тут платина называется Зенит. Зенит чемпион. Кстати, а у меня нет путь воина. Черт. А че хоть за трофей путь воина? За что он дается? Сейчас ищу его, вот он. Провести 50 бит в сети. А, ну я еще так не провел. Странно, когда я 50 успел провести, я вроде сколько? На перепуте 100 бит надо. И 300 бит. А потом 500. Короче, 500, полтысячи надо на золото. Вот когда столько наберем, тогда мясо закончится. Ну не сегодня. Вот как платину выйдет, тогда и закончится. Нет, вот платина, это боксер, слишком жестко. Этот боксер, он просто жестокий человек. Борец против боксера. Он пока там ведет борец. У него есть удар. Он, у него такой удар, он плечом вперед. Это, летит, ну, плечом. Он вот у этого, блин, как его... А это зачем этот мимит? Нафига ты взял? Я у него только, у меня... Все, что у меня в него получилось, это выбрасывать маску с когтями. О, ты же обещал, что ты им больше играть не будешь. Ну, блин, надо хоть разнообразить. Он, кстати, умеет от угла экрана, ну, от угла ринга прыгать. Какие-то у него там приемы с этим связаны. Да что? Я ты помню, плач, в этой части. Какой-то слишком быстрый здоровяк для здоровяка. Он руками быстро бьет. Да. Ой, бог. Короче, ты правый, я что-нибудь могу сказать. Во.
Ух ты, блин. А этот боксер, он же боксер? Он же боксер? Или кикбоксер? Боксер, он ногами вообще не бьет. Тогда почему он головой в захвате избивает? Это же против правил. Боксеру очень сложно делать броски, когда он перчатки не снимает. Кстати, да. Давай вниз, вперед. Ты гонишь нолик, ты знаешь. Я не то сделал. Блин. Ты не вниз подал. Давай тебе есть шанс завалить его быстрее. Давай поругаться. Я нажал вниз вперед, ты гонишь нолик. Надо 500 раз вот так победить для трофея. Вот именно в этом режиме. Тут такие, блин, дебильные трофеи, 500 раз вот так победить, 500 раз закончить каким-то суперприемом, 500 раз закончить другим приемом, блин, это просто жесть. Нафига такое придумать? Там дебильный трофей, 25 раз зайти в тренировку, офигеть, блин. 50 видео посмотреть, ух ты. Это прикольно, перешел, здорово, захват. А что ты творишь? Как этот удар делать, Леонид, подскажи. L1. Да. А ты все пытался его сделать. Да, но... А тут просто одна кнопка. О, господи, да что? О, двоих призвал. А что, не надо было подскакивать? Это вот вниз назад, треугольник нолик. А, это я двоими играл. Даже не понял, потому что он двоих вызвал, я их порвал боксером. У тебя нет понятия приличия. Значит, у него маска зверь все-таки. Неплохо для такого ничтожества, как ты. Унизил. Чё, кто меня порвёт? Давай рандомными. Давай рандомными. Опа. А, он так рандом, то есть он прыгает, а потом типа... Или нет? Стоп, назад. Блять, назад! Что за фигня? У меня, почему, я нажал рандом, а он у меня вот так вот по карте прыгал и вместо кубика. Какая-то фигня, ну ладно. Ну это рандом, поверь, да я просто не нужно каждый раз на знак вопроса наводить, а он у тебя как бы выбрал одного персонажа и, ну, то есть... А, второй раз это было нажать? Второй раз ты нажал просто крестик, а у тебя стояла иконка на каком-то уже персонаже. Нет, я нажал на знак вопроса, и он начал прыгать по персонажу, типа рандом. Блин, я этим палкой играю. Ну у тебя рандомно получилось только вот этот с палкой, а то, вот этот вот борец, ты его сам, получается, выбрал. Ну, получается, да. Ну и ну тоже рандомно выпал, то есть он прыгал. Ну то есть считай, это тоже рандом. Well, я даже не знаю, кто это. А где повезло вот этот знакомый, он just таки чего, и он кувыркается. А вот этот чувак в кимоно, это француз со Street Fighter. Он на испанском типа, что-то сказал. У него захваты хорошо получаются. Ой, ну сейчас посмотрим. А, тут рандомные камни, я тут меня выпарю, потому что у меня есть желтые те синенькие. Да-да-да. Там все рандом, свет. А, и цвет персонажа, все рандом. Ух ты, это вся атака забавная. Ух ты, черт. Я помню этого чувака, вот этого твоего, никак не мог в Street Fighter в сюжетке забить. Еле-еле я его прошел,
шел перед последним боссом, по-моему. Ой, ёп, ну что ж ты не приключился? Собака. Бам-бам. Блин, это стойка меня просто убивает. И зрачки не привинцованы. А хотя нет, там зрачки есть у него. Беленькие. Белый на белом. Оу, блин, блин, это вообще. Оу. А как ты его делаешь? Как ты его делаешь, не знаю. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, как-то у меня все на шару получается. Прям на ударе меня, ух ты, ух ты, ух ты, ой, ты потрусил? Я же сейчас палкой возьму, ты сидишь. Закручу нафиг до смерти. Опять убегаешь. Ладно, буду нападать. Блин. Как петух. Ох, ты видал, как я? Тут на набегал, накрутил, нафигел. Нафигичил. Оу! Прям на ударе пинка дал. А этот палка, да, ну забавный чувак. Да твою ж набила. Блин! Пьем. Как делать суперудар? Я не понимаю. Как делать суперудар? А вот тех парашют. Леонид, как у твоего палки? Не, ну вообще как бы тут такая фишка, что я так понял. Вот если ты знаешь обычный суперудар, тут два раза эту комбинацию повторяешь, получается суперудар, все накоплено. А? И как с палкой, Леонид? Как с палкой? Сейчас. А, по-моему, вниз. Ух ты. Вниз, справа, L1. Право. Вправо с какой стороны? Не вперед, не назад? Вправо именно. Не вправо. Ну, по крестовине. Нет. Это должна быть две такси. Попробуй, не знаю, два раза. Вниз вправо, не вправо, L1. Когда у тебя будет две такси. Ага, все, да. Походу, да. Ух! Ой-ой-ой, я тут умираю, смотрю. Как меняйте, блин. Блин. Что делает? Давай! Да. Сила даже не катена. Там сзади Хонда что ли пасется? Нет. Ой, сзади я проиграл что ли? Да. Такая сила точно какой-то. Твоя сила мешает моим целям. Лучше от тебя избавиться, пока не возникли проблемы. Так, ну что, да, сейчас посмотрим последний поединок в исполнении Алексея Леонидуке, и сегодняшняя серия завершится. Ну что, давайте, ребята, жгите. Жечь. Ничего, рандомными или нет? Давай рандом. Хорошо будет как-нибудь встретиться с кем-нибудь, у кого все персонажи открыты, чтобы всех посмотреть. Там явно какой-нибудь задрот будет. Понятное дело, кто будет вкладывать деньги в игру. Я буду.
Ты собираешься открывать всех персонажей? Да, в принципе, как-нибудь открою, рано или поздно. На эти деньги можно целую игру купить. Когда вот... Да, я понимаю, вот бесит, когда в игре вот не все открыто. Ладно, вот костюм, это фиг с ними, ну персонажи только. Да, это все-таки, блин, это неправильно. Это неправильно. Это что, мне опять этот мужик попал? Мне кажется, он меня любит. Меньше слов, больше крови. Нормальное выражение. Подходит для онлайн мяса. Что он кидает? Не знаю. Какой-то дебильный персонаж. Берет свое оружие, выкидывает. Главное, когда я играл в Street Fighter 4, там у меня спокойно какие-то приемы им получались. Там он умеет как кататься по земле и бить когтями, а тут что-то мне вообще не получается. Как ногами тянуться? Ну режь и режь тут, да, в принципе, чё-то. Ну, боксёр, молодец. Боксёр против... Ну, не знаю, кто этот? Он то ли борец, то ли он какой-то смесь у него там. Он почти похож на боевой самбо, даже у него кимоно похож на боевой самбо. Да он как-то и дерётся так неплохо. Шорты, смотри, и... Такая вот короткая рука, ну, без рукавка. Я имею в виду про фанатику. Ну их вижу. Это плохо. Хорошо, давай. Нет. Беги, беги. Нет. Он бегал тут. Прямо долго битва сюда. Нет, блин. О! Алексея порвали. О, еще второй удар. Область. Ладно, в область. Все. Мне просто голова. Такой с успехом выкидывает. Черт, я хотел мышь призвать, а получил какой-то хрень. Нет, что он ногами машет, блин? Ну что ж, Алексей проиграл эту битву. Леонид ушел победителем. Не нужно волноваться о прошлом, у тебя уже нет будущего. Я о тебе ничего не знаю и не хочу знать. Да, тут столько фраз намутили, вообще пипец. Молодцы хотя бы, в этом постарались. Ну что ж, друзья, на этом данная серия Unknown Mass у нас завершается. Оставляйте свои комментарии по поводу Street Fighter Cross Tekken, по поводу... Пишите, кто из бойцов вам больше понравился, пишите свои советы по игре, кто знает, какие приемы, как делать. А с вами был Рашнин Зук, Леонид Окей и Алексей. Всем удачи, всем пока!